Тысячи людей приехали в Лондон, чтобы участвовать в 15-километровом велопробеге. Маршрут проходит по главным улицам столицы вдоль знаменитых достопримечательностей. Участники стартуют возле Букингемского дворца. Почетными гостями заезда стали мэр Лондона и британская актриса Келли Брук. Думаю, это большое семейное событие. Замечательная возможность поддержать людей, пересевших на велосипеды, и проехать по городу, свободному от автомобильного движения. Здесь чудесная атмосфера, и можно весело провести выходной день. Это полезно для людей, это хорошо для человека, и это хорошо для Лондона. Поскольку это красивый, чистый и успокаивающий способ передвижения. И я с любовью вспоминаю время, когда катался по Пекину. Тогда я замечательно провел время. Поэтому я хочу создать такую же атмосферу здесь, в Лондоне. Специально для заезда многие подготовили необычные костюмы. В мероприятии принимают участие люди всех возрастов и возможностей. Думаю, это чудесная возможность для всех. Каждый может сесть на велосипед и прокатиться по улицам Лондона. Это редкая возможность. Как заявил мэр Лондона, в следующем году для любителей двухколесных транспортных средств планируют построить отдельное шоссе и пункт проката велосипедов. Кроме этого, каждую пятницу проходят мастер-классы, где опытные велогонщики дают советы новичкам. Думаю, мэр делает большую работу, чтобы езда на велосипеде стала более безопасной и в то же время веселой. И мы действительно заметили, что сейчас на велосипеде ездит намного больше людей. Заезд показал. Для того, чтобы сесть на велосипед и насладиться красотами Лондона, совсем не обязательно быть чемпионом. NTD, Лондон, Великобритания.